Ты подвел меня в последний раз. Теперь приготовься к страданиям. Владыка Вейдер? В чем дело, командир? Ты хочешь, чтобы я его помиловал? Не-не-не, ничего такого, мой лорд. Просто я пришел спросить, почему вы собрались душить его таким способом? Что ты имеешь в виду? Таким способом? Ну, мой лорд, я ожидал, что вы будете его душить своими мистическими силами, о которых так все говорят. Не, мы, конечно, рады очень вашему визиту в нашей маленькой экспедиции, но я ожидал чего-то более сверхъестественного. Наверное, слишком много требую от жизни. Оу. Ну, я так показываю свою физуху. Вернусь к классике. Ну, моим рукам ведь нужна тренировка. Так, стоп. А разве ваши руки не кибернетические? Какой смысл? Ты допрашиваешь меня? Оу, прошу прощения, мой лорд. Не хотел вас прерывать. Так, где я остановился? Ах да, ты подвел меня в последний раз. Ваш владыка прибыл. Склонитесь перед Дартом Вейдером. О, да ладно. Какого? А ты кто еще? Да, я о том же. Я лорд Вейдер, а ты кто? Нет, это я лорд Вейдер. Ты не лорд Вейдер, я Дарт Вейдер. Мы не можем быть оба Дарт Вейдером. Походу, кто-то явно накосячил с планами по внедрению. Кто вообще собирал информацию об этом парне? Он гребаный псайкер и киборг. Как мы вообще могли пропустить это? Стоп, так никто из вас не является лордом Вейдером. Тогда кто вы, парни? Я есть Альфарий. Не мог удержаться, да? Нет. Ты назвал это имя так, как будто оно должно что-то значить и многое объяснить. Но это не так. О, да, точно, вы же не в курсе про это имя. Походу, тут наша работа закончена. Так, стоять! Ты не можешь быть Альфарием. Я Альфарий. Нет, я Альфарий. Нет, я Альфарий. Нет, это я... Так, погодь. Мы оба Альфарии. Забыл? Это же наша фишка. Мы все Альфарии. А, ну да, точно. А я знал это. Эй, вы двое! Что вы делаете? И почему не делаете свою работу? А какая наша работа? А он вообще откуда взялся? У нас что, вообще нет систем безопасности? Что вообще мы тут должны были выполнить? Да ладно, парни. Вы опять портите всю нашу операцию. Какого? Как долго ты там стоял? Буквально все время. Да что вообще тут происходит прямо это сейчас? Это случается намного чаще, чем ты думаешь. Ваш владыка Вейдер прибыл. Итак, кого мне надо задушить, чтобы... Ага. Походу, я немного опоздал, да?